Открывай. Привет. Привет. А это твой номер? Да. Давай, покажи нам, что где. Откуда начнем? Прямо с детской начнем. Да, извините. Так, номер, конечно, огромный. Просто согласна. Гигантский. Да. Так, это детская комната, да? Это... Ой, тут... Тебе какие-то подарки, что ли, подарили? Да, тут плюшевые. А что в сумочке? Давай посмотрим. Тут... Открывай. Тут, как я понимаю, плюшевые черепашка. Черепашки. И что это? Это может быть 3D-пазл? Ну или что? Да, похоже на пазл. Да, ну да, вот это даже не без пазл. Ну, тут будешь ты и Серёня спать, да? Я тут вот сплю, там я, потому что тут моя суперколлекция ручек. Так, ты уже сходил ручки... Чуть-чуть. Собрал со всех тумбочек? Нет, нет, я у вас не собрал. Так, что-нибудь. Так, здесь что? Здесь это... такой письменный столик, в котором тоже что-то есть. Тут фен. Фен. Фен, так. Так, тут а здесь ванна у вас? О, да, джакузи. Тут, да, это джакузи. Ну, разные шампуни, это все. Так, тут душ. Ну, вот туалет. Туалет. Душ, раковины. Ну, не знаю для чего. Так вот, мыло, ну и все остальное. Расчески. Ну, ой, сколько тут всего разного. Да. Потом да. Изучим. Да. Пошли тут дальше. Шкаф, я не знаю. А, вот шкаф. Просто вот такой вот шкаф. Ух ты, какие. Возьму одну пару. Может быть. Возьму. Все лучше там. Ну ладно, тут. Так, пойдемте большую комнату посмотрим. Тут какие-то свои красивые вазы. Так, не трогай, не трогай, разобьешь. Ладно. Ну, что у нас здесь? Здесь у нас... У нас диван общий, да? Тут даже русский канал есть. Так, а вот это что мне за кажется, красотища? Мне кажется, это за год не съесть. Ну, давай, можешь попробовать и рассказать, вкусно или нет. Ну, ладно, я попробую одну. Ой, аппетит будет. Очень вкусно. Мне нравится. Да, какие конфетки. Это вот пульты, чтобы управлять телевизором. Это пульты, чтобы управлять телевизором. Вот, а смотри. Как тут все? Вот. Я не помню уже как. А ну-ка, тут не только телевизором, тут же можно... А вот светом, допустим. О, смотри. Раз нажимаешь, ну-ка я сейчас включу. Хоп, включился. Просто нажимаешь. Да. Умный дом. Контроль температуры. Ух ты, сделай пониже. Вот так. Ну... Сделай пониже. А давай 21,5. Ну да, там нормально. Телевизор. Ну все вот на это свете. КС-канал. Да. Тут даже есть Apple TV. Можно покупать, как бы, мне кажется, любой фильм, да? Да, наверное, там. Это ну, что? Тут опять сладости. Ну, он сам. Сейчас, осторожно. Тут такой диванчик. И везде спички. Так, здесь у нас стол для ужина. О, ну-ка, тут... что это нам приготовили? Тут это десерт для детей. Это моя тарелка, потому что тут куча M&M's. Это тарелка моего брата. Так, тут у нас фрукты. Ну да. Вино, вот все. Тут. Здесь ничего. Пойдем на кухню посмотрим. Пойдем. Так, тут у нас, кухня у нас фрукты, водичка. Ну, тут самое классное. Это, посмотрите. Ну-ка, открывай, что это. Тан-тан-тан. Так, у нас ничего не видно здесь. Ну, в общем, это там, лед. Там куча льда. Ну-ка, сейчас открою еще раз. Во. Вот, лед. Видите? Классно. Ну, тут у нас, ну, печка. Да. Так, здесь, о, какая красивая посуда. Да. Тут мне больше всего нравится. Тут есть бесплатные хлопья. Посмотрите. Та-дам! А молочко есть? И бесплатное молоко. А, это такой мини-бар, макси-бар, да? Тут много всего есть. Очень много. Так. А тут это что? Дополнительная комната там. Для и горничной? Ну, да. Да, это если бы мы приехали с горничной твоей, то она бы жила здесь, в отдельной комнатке, и у нее была бы своя ванная с туалетом. Ну, да. Мне вот очень нравится лампа. Лампа, да, красиво. Зачем вот это?
Ну, это дополнительная кровать, если вдруг кто-то еще, если у нас было бы больше, чем вас двое. А тут что? Морозилка. А вот тут что? Пойдем теперь посмотрим нашу основную спальню. Да, вашу. О, сейчас мы доснимем этот ролик и начнем вот эту вкуснятину есть. Я прям каждый раз хожу вокруг нее и залипаю. Еще очень красивый шкаф. Так, это наша будет спальня. Значит, здесь у нас телевизор. Ну, понятно, что в каждом в каждом номере так, свет. Вот так вот эта штука управляется. То есть это нажимаем. Нажимаем. Сейчас, оп, свет погас. Я с собой коллекцию ультраксера взял все в дом. Все. Все, темно стало. Сейчас обратно все включу. Да. Так, я ручки. Ручки все собрал, да? Да, все. Ты в школе будешь писать. Тут даже компьютер есть. А тут у нас. Так, да, тут у нас тут даже не монитор, есть. А Apple-ский iMac. Ничего тут себе. Принтер, есть. Принтер покажи. Вот. Ой, да это принтер. Просто какой-то огромный центр. Тут опять многофункциональный. Ой, такой милый. А это кто, как думаешь? Мне кажется, это зайчик. Сейчас пойдем посмотрим в ванную. Ой, туда лучше не ходить, там только что. Так, это хозяйская ванная, туалет с биде, папа! Душ. Смотри, какой умный. Ух ты, тут можно даже не одному ходить в душ. И, естественно, много всего здесь. А, и можно заходить с любой стороны, можно с той, можно с этой. Ну и последнее, что нам осталось посмотреть, это на улице. Hello. Сейчас мы пройдем на улицу. Да, и у нас там свой бассейн. Да, у нас там много всего. Вот так. Такая у нас улица. Привет. Вот такой у нас тут бассейн у нас. Тут да. Своя зона отдыха. Для отдыха. Ничего не видно. Отдыхаем. И у нас здесь своя станция. Для лодок. Это остановка, лодочная остановка, потому что здесь вот канал, и по этому каналу вон на лодка. Лодках передвигаются. Вон лодочка какая-то плывет. Ну, сейчас не видно ничего. Ну, в общем, ну, то что, тебе понравилось? Да, мне очень нравится номер. По-моему, самый лучший номер. Огромный, отлично. Хороший. Я собрал много ручек, это главное. Все, а теперь мы будем вот это есть.